С 7 сентября по 8 октября в сквере «Юность» пройдет фотовыставка «Деревни и села Видновского края». Это совместный проект Дворца культуры и группы «Город Видное» в фотографиях наших жителей. На экспозиции представлены 48 фотографий из семейных архивов горожан, а также из фонда историко-культурного центра и с сайта группы. Село Ермолино, это два стенда у нас посвящены этому селу. Это очень древнее село. Первое упоминание относится к 1627 году, когда эти земли принадлежали князьям Сицким. Любителям краеведения есть на что посмотреть. Экспозиция рассказывает о селах Тарычево, Ермолино, а также о деревнях Жуково и Тимохово. Последних больше нет на карте. История многих мест сохранилась только на фотографиях. Кадры из личного архива передала учительница начальных классов, которая преподавала в послевоенные годы в Ермолинской школе. Начальная школа была в селе Ермолино, как раз при Ермолинском храме. Да? И эта школа еще была церковно-приходская. Только потом она стала начальная при советской власти. И преподавала там в 49-м году вот Зинаида Михайловна Алешина, которая и подарила нам вот эти фотографии. Это лишь небольшая часть экспозиции. А между тем, экскурсия, подготовленная Ольгой Александровной, намного интересней. Все желающие узнать об истории сел и деревень Видновского края могут обратиться в историко-культурный центр. Там всегда рады любознательным и заинтересованным в изучении своей малой родины. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.